День добрый, други мои. Продолжаем катать Euro Truck Simulator 2, версия 1.45. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я недалеко от Красноярска, там он по правой руке, за теми холмами. Маленько я в обход пошел. Если вы смотрели предыдущую серию, вы знаете, что я и где я, и как я. Если нет, пойдем посмотрим. Так, значит, по карте сначала. Вот Красноярск, сейчас мы это дело обходим. Ну, я захотел прокатиться здесь. Ну, вот, простите, так получилось, хотя с Красноярска мог выходить сюда. Был бы где-нибудь уже здесь, до Кускуна бы вчера дошел. Ну, вчера имею в виду в реальном времени, да? Сегодня понедельник. И сегодня писал бы уже видос уже вот уже отсюда бы, да? Вот, из Емельянова. Вот как-то так. Ну, шамаем-утамаем. Так, у нас КамАЗ 4310. Такой стандартный прицеп. 13-метровый с внедорожным шасси. Это мод. Вес груза 20-281. Удобрение мы везем. Ждут. Сегодня среда, а нас ждут в четверг до 3 часов 57 минут. Да без 3 минут 4 нас ждут. Это четверга. Ну, вообще-то я рассчитываю сегодня за среду, ну, за день, за световой туда добраться, потому что лето сейчас. И мы можем себе такое удовольствие позволить. Так, у нас КамАЗ, как я сказал, 4310, 400 лошадиных сил, 16-я коробка ZF. Вот такой у нас красавчик по внешке. Реально красавчик. Кто бы что ни говорил. Да, кто что скажет. Как только перешел на суровую Россию после голосования, которое я провел на своем канале, большинство голосов, 76%, высказалось за то, чтобы я пошел работать, с вами покататься, работать, ну что-то, пошел бы прокатиться по суровой Россиюшке, по матушке, вместе с вами, конечно же. Но я был приятно удивлен, что на втором-то месте более чем в два раза с преимуществом выигрывает, второе место берет American Truck Simulator, yeah. Вот когда вот эту карту я закончу, вот этот хвост, который я хотел проехать, еще раз его покажу. Вот мы в Емельяново переправляемся, и вот этот вот весь хвост я хочу проехать. Это Байкал R1, Забайкалье R1, и все, у меня вся карта пройдена. Ну, конечно, тут есть какие-то вот некоторые у вас нюансы следующие. Вот сюда, конечно, тут уже смысла ехать нет. Здесь ничего нет, бизнеса нет. Вот я... Вот, Серега, ты бы что-то сделал, блядь, вот с этим хвостом, а? Он зачем здесь вот? Населенные пункты, дорога такая длинная. Ничего тут нет вообще. От слова совсем. Ни бизнеса, ничего. И что дальше? Кафе Палыч Могуча. Ой, ладно. Но основная часть карты все-таки у меня пройдена. Большинство всех населенных пунктов я отметил. Ну а что дальше будет? Одному Богу только известно, что будет дальше. Ну, если вы захотите, посмотрим. Может, мы будем кататься по каким-то таким серьезным бездорожным участкам. Где-нибудь на Сахалине, на Северах, где-нибудь там Комсомольск на Амуре, Николаевск, Мирный. Вот тех степи. Поедем мы так до туда. Так, ну что я скажу? Продолжает идти дождь. Давай-ка сделаем так, что
Не буду я, наверное, все подряд писать. Особо ничего пока интересного такого нет. Что-то будет интересно, я обязательно включусь. Так, бизнеса какие-то начались. Батюшка, еще и ремонт дороги. Так, аккуратней. Миллиметраж. Тихо. Так, на главный. Пока ничего не происходит, особо-то снимать нечего. Вот вся дорога вот такая пока идет. Я ничего не прыгаю. Все снимаю как есть. Участок, который сейчас я проехал, вот хочу показать. Вот смотрите, все желтенькое, ничего не пропрыгал, не проскакал, не вплоть так до Красноярска. Сюда, и так далее. Вот сюда заезжал, здесь груз брал, вот тут вот. Я вообще не люблю прыгать. Нафиг надо. Смысл вообще играть в эту игру, если ты начинаешь с грузами, с техникой прыгать туда-сюда. Но справедливости ради скажу, что я иногда этой темой пользуюсь. Когда, к примеру, я беру какой-то новый мод, получается, условия игры обновляются. И ты автоматически вместе с этим новым модом, с новым грузовиком, возвращаешься в свой исходный гараж, где ты последний раз был зарегистрирован, прописан. То есть у меня один гараж на 5 машин, это Псков. Разумеется, чтобы продолжить и не начинать снова с Пскова, да, куда-то ехать, а продолжить с того места, где я закончил и на каком месте я мод поменял, скажем, там город Сочи, да, вот так, ну, к примеру, да, вот оттуда, с Юшки. Или там Анапа. Ну, не суть, любой. Чтобы не ехать снова туда, там, или оттуда, а продолжить, вот, эту тему именно с того города, где я закончил предыдущий рейс, я и пользуюсь летающей свободной камерой. И перекидываю себя туда, куда мне надо. Но только лишь в этом случае. Когда дело касается груза, выполнения задания, никогда не прыгаю. Лишь в крайнем случае, когда по-другому нельзя, просто выбраться из какой-то, сука, западни. И то я иногда в этих ситуациях использую техпомощь эвакуатора. Уже такие дела были, такие вещи были. Да, эвакуатор увезет, бывает, тебя не совсем туда, куда тебе хотелось бы, куда тебе надо. Так, ну что, начал я примерно в 200 километров. 187 сейчас. 187. Все, дождик закончился. Еду, чистое стекло, мажаю. Мажаю. Вот так вот едем дальше, друг мой. Так, ну что, пока ничего интересного. Через паузу. Дальше увидите, что будет дальше. Дальше увидите, что будет дальше. Так, еще какие-то бизнеса. Еще кое-что имеется тут. Но нам вставать на отдых рано. Время только-только 9 доходит. А нам покушать еще рано.
наш шарик не проколотался. Мы понимаем, что на помойке нашли. Отмыли наш головной шарик, почистили. Еще и кормить его надо. Едем дальше. Продолжаем движение. Уже нормально так проехали. 171 километр уже до финиша остался. Начал я эту серию. Было почти 200 где-то. Около 200 километров до финиша. Вот, считаю, почти 30-ку пролетели мы. Так, на карте покажу, где нахожусь. Вот отсюда начал где-то я примерно эту серию. Немножко здесь записал. Едем дальше. Все, уже я не стану писать. Если ничего не происходит, какой в этом смысл, да? Каждый километр показывать. Ну, кому-то нравится, слушай, каждый километр. Просто так вот сидеть, смотреть. Вот. Едешь, кайфуешь так. Пивасик попиваешь, смотришь, как люди едут. Мне вот нравится, кстати, иногда смотреть записи дальнобойщиков с регистратора, особенно вот хорошего качества, в HD. С удовольствием сидишь, смотришь, вот как едет. Вот. Тихо. Енисей. Welcome to Енисей. Какой интересный мосток. Это да, вот это Енисей. Да, кресло, блин, сломалось. Сейчас сижу на обычном стуле. Да, кресло надо покупать нормальное, с металлической крестовиной. А пластиковая это херня все. Второе кресло уже сломалось лет за 10. Вот как-то так. Это тоже направо дорога в Красноярск идет. Двигайтесь прямо. Вот туда в Красноярск все. Может быть, в следующий раз окажемся здесь снова. Когда с запада, может быть, на восток пойду. Да пох его знает. Как пойду, куда пойду. Никто не знает. Тихо. Ну-ка, подпрыгнет, нет кто-нибудь, ну-ка, сука, нихуя. Да что ж такое, простите. Так, ну что ж, давай пока ничего интересного, давай снова паузу. Капец, пришлось экстренно оттормаживаться. Ты видишь, что? Вот зараза, а?
Еще и хрен пройдешь сейчас, еще. Вот какого хера он там встал, а 526-й? Сучара, а. И эти прут и прут. Давай, давай, блядь. Что там, 130-й что ли? А, 133-й. Ты красавчик. Прям молодец, брат. Именно тут надо стоять. В самом узком месте. Так, приближаемся к развилке, по которой она Красноярск уходила. Вот она справа, дорога. Она самая, да. То есть получается по северу я Красноярск обошел. Но сейчас пока движемся на восток назад. Немножко нелогично. Хотя движемся так-то на запад, как бы так-то, если чё. Падла, а? Бешеный фургон. Двигайтесь прямо. Дебил. Вот прямо надо было так быстро выскакивать. Как Лавров сказал, дебилы, блядь. Километров, а было у нас в начале серии около 200 километров до финиша. Сейчас 157. Едем назад по знакомой дороге уже. Едем назад, 157, так. Так, сколько у нас по карте, слушай, надо вообще посмотреть. Ага, да, вот. Серию сегодня отсюда где-то начал. Большую часть я не записывал. Ну, ничего такого интересного не было. Ага. До Кускуна нам, в принципе, так-то дойти надо. И переправиться. Так, секундочку, сейчас. Ну, а там будет видно, как дальше поедем. Дальше будет видно. Ну, до Кускуна так-то реально дойти. И уже следующая серия пойдет уже новая. Новая территория, где я вообще никогда не был. Ну, тут-то я уже, получается, был. Первый раз, когда в Красноярск заходил, второй раз, и сейчас, получается, вот по этой дороге третий раз иду, но уже в обратном направлении. Двигайтесь.
Все как скажешь, Галинка. Надо иногда подудеть. Народ разный тут живет. Адекватный, неадекватный. Кто-то укурился, кто-то упился. Да-да-да. Товарищи ГТИ, вы тоже бывает без мигалок, как и ебанете через перекресток. Есть за вами такой корешок. И потом начинается: я здесь стояла. Так, едем дальше. Все как обычно, движемся. Ничего не происходит. Так, 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 так. Как всегда, все внизу тормозят. Как всегда, все тормозят. Да, все как обычно, уже 147 километров. Все еще мы до Кускуна не дошли. Так. Вследствие некоторой ограниченности во времени, не могу я ехать дальше. Надо мне сделать перекур. Ну, для вас это никак не образится. Просто начинайте смотреть следующую серию. Для этого подпишитесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Да, разумеется, да, подпишитесь, да. И так далее, да. Да-да. Так, ну что ж. Обязательно переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист ЕТС-2 Суровая Россия и на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евротрак, по Америке, по Суровой России. Ну, а мне придется сейчас идти, увы, увы, друзья, увы мне грешному. Первая и основная работа меня зовет. Куда деваться? Рабочий день. Время полдень. Вернее, после полудня уже. Отобедал. И надо идти работать. Вот как-то так. Всем спасибо, друзья. Пока-пока. Увидимся. До новых волнующих.